Ахмед – повар. Для него, как и для других участников, первый краевой чемпионат рабочих профессий – попытка примерить на себя стандарты World Skills – мирового движения, продвигающего престиж рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Россияне в этом проекте участвуют не так давно, зато активно. У меня своя авторская кухня, все блюда я сам придумываю, никуда не краду. Интересно, вот кулинария, я люблю творить. Я люблю очень русскую кухню, я хочу развивать русскую кухню. Выходить с мировой уровня, с русской кухни. За звание профессионала своего дела борются десятки представителей профильных образовательных учреждений. Конкурс проводится по четырем специальностям: электромонтажники, повара, дизайнеры одежды и облицовщики-плиточники. Но и поучаствовать в процессе. Например, попробовать себя в роли облицовщика-плиточника и собрать свою авторскую мозаику. Для учащихся первый краевой чемпионат рабочих профессий – возможность отточить профессиональные навыки. Для экспертов – увидеть перспективы развития отрасли. Подобные мероприятия работают на основные задачи, поставленные губернатором Виктором Басаргиным правительству края. Это подготовка квалифицированных рабочих кадров, развитие технических специальностей, совершенствование системы дуального образования. Те четыре компетенции, которые мы выбрали – повар, облицовка плиткой, электромонтажник и модельер костюма. Ну, во-первых, старались палитру разнообразную взять. Мы обязательно держим в голове и очень надеемся, что уже в следующем чемпионате будет у нас станочники. Победители отборочного чемпионата войдут в состав региональной сборной и будут участвовать в национальном конкурсе. А затем, возможно, и в международном. В будущем мероприятие планируют проводить в более широком формате, разнообразить направления и отборочные испытания. Екатерина Леонова, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.